Здравствуйте, я Ариф Экбал, и с вами новости на WNS. Новые детали в деле о попытке похищения Ханако Арасаки внезапно всплыли на параде повозок Даши. Если верить показаниям очевидцев, похитители неожиданно напали в самый разгар парада. Они перехватили платформу, где находилась наследница империи Арасаки. К счастью, служба безопасности Арасаки под руководством самого Юринобу Арасаки быстро напала на след похитителей и освободила Ханако-сама. Лиззи, да в чем дело? Блять. Вот почему такая спешка. Ви, он меня так взбесил. И я его толкнула этими вот руками, чтобы... Господи! С тобой бывает такое. Просыпаешься ночью и не можешь понять, кто ты. Ну ты его отделала. Ну, в смысле? Чувствуешь, как будто ты... Это уже не ты. У меня так всегда... Каждую секунду. Такая пустота, беспомощность. Ты задушила его, Лиззи. Медленно. И сломала ему хребет. Я же просто хотела расстаться с ним, понимаешь? Я хотела сказать, чтобы убирался. И я даже не знаю, как так вышло. Чего уж теперь. Короче, тебе надо убрать труп? Ты поэтому звонила? Да. Журналисты не должны ничего пронюхать. Понятно тебе, иначе... Хотя... Что? А ведь мир это охотно проглотит. История об искушении. О пленительной власти над чужой памятью. Страшная притча о том, что душа — это лишь набор байтов, которые можно копировать и воспроизводить. Копировать и воспроизводить. Лиззи, блять, очнись. Скажи, что с трупом делать. Не знаю, делай, что хочешь. Утащи куда-нибудь, сожги, я заплачу. Нет, Лиззи, без меня. Не хочу ввязываться в этот дикий бред. А по-моему, все наоборот. По-моему, в бреду наконец появилась логика. Иди и дверь за собой закрой.
Лиззи, да в чем дело? Блять. Вот почему такая спешка. Ви, он меня... Ого, ну ты его отделала. Ну, чего, ты задушила его. Короче... Я... Да. Что? А ведь мир... Лиззи, блять, очнись! Не знаю, делай что хочешь, утащи куда-нибудь. Я... Спать? Я... Спасибо тебе, Ли. Ты что несешь-то? Уходи, Ви, и забери его с собой. Лиззи, а тебе бы показаться, что ли, кому? Ну, надежному специалисту. Меня все устраивает. Рада была познакомиться, Ви. А теперь иди, иди.
provides 330% of recommended gain bond. Thank you.
канале. Я Джиллиан Джордан. Ученые из Biodyne Systems сообщили о революционном открытии в борьбе с рассеянным склерозом. Склероз – это одно из немногих заболеваний, которое нельзя вылечить, заменив пораженные ткани имплантами. Однако эксперты из Biodyne создали наниты, которые при введении в спинной мозг обеспечивают постоянное восстановление нервной ткани. Заявленная стоимость этого новейшего метода лечения составляет 700 тысяч евро-долларов в месяц. Ну, рискнешь еще разок? Какого черта? Привет, Ви. Сейчас начинать будем, и если надо в туалет, давай бегом. Спасибо за заботу. Может... Ну так давай на площадку. Ладно, сколько вас? Всего шестеро? Маловато. Ну ладно, что уж поделать. Правила простые. Видишь мишень — стреляй. Даже если это мишень соперника, все равно кто больше подстрелит, тот и побежит. Обнаружен. Стреляем по мишеням, а не по соперникам. Сообщение пользователя. А, и вот еще что. Только малый калибр. Не выпендривайтесь мне тут со своими пулеметами и бомбострелами. Первый приз – пистолет. Не простой, а классный, охрененный, прямо скажу, пистолет. Ладно, хорош болтать. Перейдем к делу. Готов? Эй, чего это у тебя? А ну убирай свою двустволку, я же сказал, только малый калибр. Я пистолет забыл, в другой куртке. Пушку надо держать в кобуре. В кобуре! Шел вон отсюда, чтобы я тебя больше не видел.
Да чё психуешь-то? Чумба. Иду я, иду. Бисер перед свиньями. Как-то так. Вам нравится режим автономной стрельбы? Два. Вас пригнете для подтверждения. Один. Первое место Ви, второе Руди. Остальные неудачники, учитесь стрелять. Все свободны. Спасибо, Уилсон. Отличная игрушка. Mm-hmm. Да. Эй. Ты чего? Что-то не так? Да блин, все не так. Хули толку от соревнования, если я ничего не продал? По нулям! Так ты сам обозвал потенциальных клиентов неудачниками. Может и так, но... Блять! Уважать надо оружие! Не умеешь стрелять, ну не берись ты! Ладно, и увидимся. Можно вообще отправлять копов в такой район за год до осады?
демонтажку разрешили. Эй, в чем проблема? Ви, братан, у меня к тебе дельце. Небольшое такое. Интересует? Ладно, выкладывай. Я тут, короче, шарил по сети и нашел интересную штуковину. Секретную. Дай угадаю. Убойный допинг. Или пользованный мистер Перчик. Недорого. Да нет, Ви, я человек серьезный. Интересуюсь только серьезными вещами. Кто-то продает книгу заклинаний, изданную еще до первого падения сети. Но ты в этом шаришь, разве нет? Небось, в курсе, сколько на этой штуке можно срубить? И я ее должен для тебя стащить. Не-не-не-не, ты что? Ее надо прямо купить, по-честному. А я тебе потом вдвое заплачу. Ладно, возьмусь. Вот молодец. Скидываю тебе координаты продавца. Ну что, удачи тебе там. Окончательно. Полная сумма сразу, на месте. Все ясно. Возражений нет. Отлично. Адрес уже у тебя. Приходи один. Thank you.
Съебись! А, слушай. Я за книгой. Она у тебя? Конечно. Припрятана в безопасном месте. Хочешь знать... Это как понимать? О! Хочешь стрелять? Люди, бегите нахрен! Ну на кой хер меня убивать? Бегите! Как глупо! Куда несешься, Вида? О, бля! Планшет от Зетатеха? Да этой хреновине, лет 50. Не меньше. У меня такой был, кстати. Навороченная модель считалась.
Слушай, между нами, нетранерами, может, дашь мне пару советов? Почему нет? Если бестию ты устраиваешь, то меня и подавно. Могу научить тебя паре хитростей еще времен Бартмоса. Рэйча Бартмоса? Того самого? Надеюсь, ты надо мной не стебешься. Перед тем, как исчезнуть, он рассовал по самым темным уголкам сети целую кучу всяких разных ледоколов. Да, говорят, он был параноик. Как думаешь, что с ним стало? Да кто знает. Но я тут раскопал кое-какие его древности. Давай покажу. А деньги мои у тебя? Ну что, книга у тебя? Я же сказал, Ви, я человек серьезный. Вся сумма, как договаривались. Стоп, стоп. Притормози. Планшет стоит гораздо больше. И мы оба это знаем. Может и так. Но я озвучил цену, и ты согласился. Договор признается недействительным, если одна из сторон заведомо обманывала другую. Ну ладно. Хорошо. Будь по-твоему. Вот тебе премия. Приятно иметь с тобой дело. Увидимся. Ви, маленький совет. Больше так не делай. По-хорошему прошу.